Ну, теперь давайте включим. Что-то посмотрим, сколько у него этих складок тут. У него их две или три. Ну, в общем, надо постараться сейчас их наделать. Одну я уже сделал. Я вам покажу, как я следующую делаю. Так, то есть я взял. Этот можно взять, так, немножечко поменьше. Начать делать вот такую штуку, думаю, сюда. Это большая, поэтому нет, это не тот инструмент, который нам нужен. Давайте возьмем вот этот и поменьше его немножко сделаем, вот так. Так, и давайте вот тут сейчас. Сделаем. И сразу же его размажем. Смотрим сбоку, да, и еще один надо. Еще одну складочку, потом их как бы попробуем. Проявить. Так, я думаю, что вот, о, тут перебор. Я думаю, что вот тут тоже надо необходимо такое сделать. Вот так вот. Угу. Ну и, пожалуй, хватит. Да. Где-то вот так. Подровняем чуток. Попробуем воспользоваться вот этой штукой. Плохой был. Хай. Так, а какая нам поможет в этом случае? Это что? Это скреп. Это попробуйте прорисовать чуть-чуть так ненавязчиво. Во всяком случае, она более должна быть дуэтлей, как бы внятная, более внятная, поэтому придется, наверное, взять вот этот инструментик и вот тут так вот поработать еще. Нет, это, конечно, чувствовать. Дальше больше. Там надо. Вроде с лицом закончили. Я думаю.
хотя я не уверен, но примерно. Так, вот это место нам надо чуть сравнять. Может быть, набросать ему немного сос. Нос нам надо, ребята. Нос. Давайте пойдем. Вот. Возьмем здесь кругленький нос. Мышь. Джи. Сюда. И уменьшим. Так, теперь нам надо пойти в дитмод скульптинг. Сначала поставить на место надо. Должно быть вот тут вот такой плоский нос у меня. И к этому носу нам надо применить скульпт Remesh. Чтобы прорисовать его хорошенько, нам надо ремеш включить, ну, допустим, 100. Ремеш. Так, хорошо. Смотрим спереди. Угу. Ну и начинаем, конечно. Во-первых, сначала нам надо ее загладить. Так, вот, загладить. Так. Теперь растянуть немножко. Так вот, это вот сюда. Угу. И теперь провести кое-какие манипуляции. Так, если мы скажем, что струк, скажем, один, да, возьмем вот это, то уменьшим ее вот до такой степени и потащим ее вот здесь. Но нам надо держать при этом совсем. Сток не сильно помог. Убираем. Вот так. Да? И здесь. Нет, этот надо убрать его. Где он там у нас? Надо лучше поставить X.
И попробовать его так сейчас продавить. Сказать, что стрендж у нас будет 1000. Зажимаем Alt, ой, Shift, Тру, Ctrl. Так что ли? Ну, так похоже. Такой нам не надо. Нам надо опустить эту штуку. F. Ну, пускай такой милый будет. Так. Ну и далее. Не, все было нормально. Что надо было трогать? Так. Так, скажем, М, покрасим сейчас его. Сейчас надвинем на него вот это. Так, а в чем дело? Почему он не двигается? Понятно, почему он не двигается. Потому что ее надо выделить. Скульптинг. Еще раз чуть пригладим напоследок. Тут добавил немножко вот так. Тут добавим. И разгладим. Здесь целомудренность вот такой. Лучше бы он был более похож. Ну вот, уже более-менее.
Все. Как-то я умудрился испортить его. Ну ладно, это не проблема. Я переделаю, что я вам предлагаю. Так. Остальное вроде бы все. Единственное, что может быть сбоку, если мы посмотрим, то вот эту часть скульпт, вот эту вот часть уменьшить отсюда и попробовать еще продлить вот это. Плохо. Еще уменьшить. Что-то все совсем плохо стало идти. Пускай так остается. Сколько времени-то? 16 минут остановлю. Пока немножко остановлю. Вот я вот так поправил, так. Теперь, значит, что нам еще надо? С лапками разобраться, да? Попробуем. Все вот здесь сделаем. А, ну, надо пойти сюда, сказать, так, и сказать, что нет, не нос, нам, а вот это. Скульпт. Нет, ну это еще слишком большое. Так. Вот такой, чтобы вообще немножечко уменьшил это дело. Так, как это сделать лучше? Если я возьму граф. Так. Теперь возьму вот эти поменьше. Начну тут их прибавлять. Так. Так. И так. Не очень хорошо получается. Так, ну тогда остается один способ только. Уменьшить их, во-первых, слишком большие уже. Получается потолще сделать, да? Так, я хочу более круглые сделать их. Вот. Так вот. Вот так. Угу. Потому что потом можно уже прорисовать здесь, допустим, такие вот. Волосочки, если нам нужно будет. Мы пока не будем. Оставим так. Что нам еще нужно? Ухи, хвост и глаза. Что у нас со временем? 20 минут. Все, в следующий раз.